Итак, всем привет, с вами Софа, и сегодня вторая серия утренних летсплеев. Как вы видите, у меня сейчас 6 часов. Я просто спину час обратно. Вот, поэтому я как бы сонно. Наполовину как и в первом часу. Эта игра называется Uphill Rush 5. Убьем девочку. Что это? Так, уровень посмотрим, то это я уже давно убью. Так. Вау, сколько денег. Там почти десятки не убивались. Блин. Ну, чуть-чуть осталось. Гоу-гоу. Нифига денег. Десятки почти не убивались. Да блин! Ладно, все-таки это утренний СП, и это просто не кухня, поэтому нормально. Я это все на автомате делаю, я вообще ничего не понимаю. Только нажимаю клавишу вверх и еще кто по бокам находится. Ну наконец-то. Да. Да. Я молодец. И вторая гонка. Боится там была написано, я уже запутал. Вау. Это легко. Наверное, что-то не понял. Ой, даже не заметил, что это легко. И.
данную точку знаем. Окей, послушай. Вот это вау. Вот это я ударилась. Окей. И амко кофе. Не знаю. Да-да-да-да-да-да. Заработано. 3570. А хоть нормально уже. Продолжить. А, плюс 5. Плюс 5. Ну, не сложно будет. Только... Ну, конечно, я... Так... Что мы можем купить? Шесть минут больше. Вы знаете, что лучше кубок змеи? Так-то лучше. О, может, на встречу? Так, 20 тысяч. Так, ну можем максимум купить это. Ну давайте. И поменять сюда. Ну вот, он такой. О, вот, у меня прям такой цвет волос. Я можно ехать. Поехали. Вот один. Эй, эй, не огонек. Ой, что это было? Триста шестьдесят. Беги голову. Хороший совет. Тихо, тихо, тихо.
Пым. Что ты 160 стоишь? $20? Две жизни осталось. Обалдеть. Поехали. Это была крыша и пол. Гонка 1-2 завершена, и мы потратили... отлично, мы потратили 7 жизней, осталось только 2. Супер. Зачем на корабле вот такого вот, такие эти вот штуки вот эти, овальные, вот такие вот, зачем на корабле, вот зачем? Вот гонка 2 нам могут быть. Что 13 минут. Сейчас еще прямо одна гонка не будет. Подолжить. Что еще нужно сделать? Наконец-то. Сейчас. Ой, я это обожаю. Гонки на корабле, это просто супер. Вот я хочу на слоне покататься. Свинья, она няшная. Жог, скорость. Не, ну это же не хватит. Блин, блин, свинья стоит 20 тысяч. Интересно, это какая машина? Слая? Не могу разглядеть. Вот видите, тут вот есть такой типа желтый значок. Маленький. Ну, прямо вот видите, да, но только на машине. Ладно, может хоть красивая. Вау, вот это лошадь.
Какая няшка, 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 няшка умела. Половину пути. Там за деньги были. Ты будешь жить. Обещаю, ты будешь жить. Одна жизнь. Рекорд. А где ачивка? Всего лишь одну жизнь потратили. Гады. Ну ладно. Бегаем эти гонки, наверное. Ну давай, давай, давай. Поехали. Поехали. Сейчас здесь эти кольца. Оп, пипа. 7. 2. Так. Извините. Наконец-то. Сколько я там жизни потратила, не помню, помню. А, потом посмотрю, какой я. Ну, прямо видите. Наконец-то. Ну, вот такая тут игра, After Rush. Ну, есть всего пока что 5 этих вот тут версий, лучше играть в третьей, там лучше всего, ну, такая быстрая, как бы, самая идея. Ну, я играю в игры, как бы, чтобы показать другим людям, ну, лучше не рассказать, чтобы показать какие-нибудь игры быстрые, ну, если хотите там посмотреть, какие-нибудь поиграть, и чтобы посмотреть, то есть, как бы, полезное с приятным замещением. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, если вам понравилось, ставьте лайк, если вам тоже понравилось, и всем пока!